Васильки, Васильки, родный край, Васильковое небо, Васильковая сказка, Васильковые дали. Перед началом мероприятия всех присутствующих с праздником поздравила глава администрации Матвеева Курганского района Дина Алборова. Дорогие друзья, искренне поздравляю вас с праздником. Желаю вам здоровья, счастья, мирного неба, благополучия, достижений во имя нашей малой родины, Ростовской области, всей России в целом. С праздником! Дина Владимировна вручила памятные знаки и наградила победителей районного конкурса на лучший тематический сувенир, связанный с символикой Матвеева-Курганского района. Памятных знаков 85 лет Ростовской области удостоены четверо матвеево-курганцев, обеспечивших своим трудом социально-экономическое развитие района и области. Также дипломами и памятными подарками отмечены победители конкурса на лучший тематический сувенир, связанные с символикой Матвеева-Курганского района. Праздничное настроение на мероприятии создала концертная программа с номерами, подчеркивающими патриотический настрой праздничного дня, подготовленная вокальными и танцевальными коллективами районного дома культуры. Стран на свете много, но только Россия одна, одна. Мы твои дети, Россия, мама.